Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Роман Денисенко. В этом видео я хотел бы вам показать, как создавать странички захвата, видео странички захвата и обычные странички захвата с формой обычной подписки с помощью инструментов компании AllInnoProfits. Очень интересная компания, очень интересные возможности. Итак, начнем. Заходим в нашу админку по WordPress. Сотрудники компании установят WordPress, установят приложение. Все просто, русский язык. Вот, выбираем страницы, добавить новую. Допустим, тест первый. Включаем наше приложение InstaBuilder. Нажимаем сохранить. И теперь на само приложение. Выбор шаблонов очень большой. Вы можете выбрать любой из шаблонов. Ну, мы выберем изначально попроще какой-то вариант. Ну, давайте вот этот. Вот фон пустой, сзади ничего нет, ни изображения. Вы видите, обычная форма. Здесь мы видим таймер, тоже интересный инструмент. Можно его использовать, но в данный момент давайте его удалим. Все просто делается. Видите, форма наша состоит из текстовых элементов, кнопки. То есть все это выделяется, можно изменять. Можно изменять, естественно, писать на русском языке. Изменять размер текста. Шрифт. Менять все, что хотите. Так, в эту форму мы можем ставить подписку. Именно автоответчик с нашей компании IOP. Давайте вам покажу, как это все сделать. Автореспондер. Выбираем компанию. Кто не знает, я вам покажу. Проспект и HTML форм. Вот наша HTML форма. Ctrl-C. И нажимаем, всегда видите, когда хотите что-то изменить, шестеренка, изменить конфигурацию, нажимаем и верхняя табличка, Ctrl-V, вставить процесс. Все, мы подключили нашу форму. Все очень просто, все просто делается. Так, ну, с формой нам понятно. Как это будет выглядеть. Так, давайте изменим изображение. Настройки странички. И мы хотим поставить изображение. Так, нам нужно URL любой картинки. Так, фэнтези. Ну, давайте какую-нибудь интересную выберем страничку. Давайте. Правой клавишей копировать URL картинки. Вставляем. И картинка у нас появилась. Ну, допустим, видите, 100% в оригинале, как это есть. Итак, когда мы делаем любые действия, чтобы сохранить, нажимаем на дискетку, сохраняем и можем уже посмотреть, как это будет выглядеть. Вот видите, картинка легла четко, без никаких искажений. Все очень просто. Так, и варианты. Есть спецэффекты по этой именно форме. Мы можем подставить
Так, можем сделать эффекты, варианты. Пульсация, допустим, сохраняем. Видите, при загрузке немножко пульсирует. То есть эти эффекты есть, вы можете пользоваться, играться, экспериментировать, как вам нравится. Давайте еще вариант. Вот так сверху падает тоже. Это тоже интересно. Вот, по тому, что можно делать именно с кнопкой. С этой кнопочкой. Мы можем поменять, естественно, на текст русский. Регистрация. Можем увеличить буквы, растянуть буквы, как угодно. Можем подставить иконку. Вот, регистрация. Так, как вам удобно. Это спереди поставить или перед текстом с левой, с правой стороны. То есть это мы можем играться, как вам нравится. Вот, и при нажатии на эту кнопку можно выставить так, что будет человека перенаправлять на какую-либо другую страничку вашу, которую вы уже подробно опишете о вашем предложении. Или же вы можете сделать, допустим, на ролик YouTube какой-нибудь, ну, любой вообще абсолютно посторонний там какой-нибудь сайт и так далее. Ваш сайт по вашей компании, что хотите. Выставляете ссылку, если нужно, открыть в другом окне. Давайте сделаем, ну, на этот сайт. Давайте по обоим сделаем. Так, открыть в другом окне, сохраняем. Давайте посмотрим. Вот, видите, перебрасывает на сайт. То есть интересный вариант. Что мы еще можем делать? Мы можем сделать так, что при нажатии на эту кнопку будет выставляться вот такая форма. И здесь же мы можем тоже подписку подключить, автоответчик, изменить на русский текст, убрать ненужные варианты. Вот в пульт с левой стороны у вас как подсказка, тут все понятно. Нажимаете на какую-то картинку, элемент. Даже не зная английского языка, можно понять, что это картинка какая-то. Вот видите, поставили. Нажимаете на этот элемент. Edit, шестеренка, изменить конфигурацию. Тоже загружаем картинку. То есть тут действия понятны. Это удаляем. И если же вы хотите видео поставить с YouTube, точно так же, все просто. Вы ставите сюда видео, обращаетесь к людям, объясняете, что нужно сделать, допустим, зарегистрироваться. И вот, нажав на элемент, на шестеренку, и ролик ваш с YouTube. Если вы хотите автопроигрывание, нажимаете. Все просто. Очень много вариантов. Так. Если же мы захотим полностью кнопочку эту удалить, убрать, мы изменяем, ну, точнее, на удаление, все. Можем поставить, есть такая графика. Много вариантов. Так, кнопку видите? Вот, можем поставить любую из этих кнопок. Но в этих кнопках тут уже мы текст не поменяем. Если мы кнопку, которая была в оригинале, мы можем изменять текст на русский. Здесь поменять не получится. Просто как размер мы можем, видите, изменить. Тоже можно сделать. Видите, именно по творческому подходу очень много вариантов. Все это меняется. Это понятно. По картинке, как она ставится. В записи будете просматривать, все просто делается. Давайте рассмотрим вариант подставить видео.
Так, page setting. Изображение нам уже не надо, мы его удаляем. Итак, по видео давайте подберем красивые видео. Так, очень красивое. Ну, допустим, очень красивое видео. Так. Чтобы поменять видео на задний план, мы нажимаем вот сюда. Убираем галочку, чтобы звук был по видео. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Обязательно сохраняем просмотр. И тоже есть, ну вот видно, как оно действует. Классные странички захвата с видео, которые люди очень будут охотно подписываться. Так, теперь по форме. Давайте видеть весь видео, оно немножко можно сделать немного прозрачнее. Вон, видите, где это выставляется. Вот здесь. Так, можно поменять, выбрать любую, какую-нибудь, тут уже в библиотеке есть варианты, подставить, какой хотите, что хотите. Допустим, вот это. Еще интересная возможность, можно сделать так, чтобы эта форма появилась в определенное время, там, по истечении сколько-то минут, часов, секунд. Ну, давайте, вот, допустим, поставим 13 секунд. Сохраняем просмотр. То есть видео будет сначала, а потом наша форма появится. Красиво. Вот я вам показал, как можно просто сделать видео страничку захвата и вариантов работы с этим конструктором очень много. Любые шаблоны. Если вы можете абсолютно с нуля создать свой шаблон, если вы не хотите заморачиваться, вы можете выбрать из предложенных. Все просто. Тут все готово. Видите, только подставляете, изменяете текст, какой вам надо на русском. Название меняйте, логотип. Тоже вот изменить логотип. Подставить URL. Ну, точнее, вот сделаем как. Копируем URL нашей компании Alina Profits. Вот, давайте я вам покажу. Так. Что-то там так не получилось. Давайте еще. Вот. Так. Расширяем. Все просто делается. Абсолютно не профессионал, который не знает языков программирования, может создавать абсолютно качественные сайты, продающие сайты, сайты, странички захвата, что угодно. То есть, видите, все просто. Меняем точно так же фон, можно менять. Видео подставляем с YouTube, любое. Меняем текст, картинку, точно так же меняем название этой кнопки. Хотим там написать регистрация, куда-то приглашение и так далее. Подключаем к этой кнопке
URL при нажатии «Открыть в другом окне». Если кнопка вам не подходит, подставляем обычную, лучше форму подписки. Подключаем автоответчик, автореспондер в IOP. И все, все просто. Готова страничка захвата. Так, все готово. И после этого мы должны зайти в нашу админку по... Так, минуточку. Так, заходим в нашу админку. Обязательно мы сохранили. Так, ищем нашу страничку. Тест 1. Нажимаем на нее. Чтобы закончить редактирование, мы нажмем «Опубликовать». Вот URL картинки. Давайте проверим, как оно будет. Выйдем. Ставим. Ну, допустим, работает. Все это минуты, минуты дела. Очень просто все делается. Компания радует с каждым днем. Вариантов очень много. Поэтому рекомендую переходить с пакета за $10 на $20 пакеты, чтобы иметь такие инструменты. С вами был Роман Денисенко. До новых видео.